Шалом, дорогие друзья! Сегодня 6 число месяца Шват, и сегодня Алтер Ребе объясняет удивительную вещь. Он говорит, что Тора обращается ко всем, помимо грешников, которые при жизни названы мертвыми, и утверждает, что очень доступно каждому еврею исполнение Торы и заповеди, наполненных чувствами и любви и трепета ко Всевышнему. В этой главе мы узнаем о том, что у человека мозг властвует над сердцем, и создавая своим разумом желания внутри себя, направленные в область святости, он способен преодолеть влечение сердца. Ребе Рашаб, благословенной памяти, пятый любавический ребе, посетил однажды в Вене известного профессора. Спросил тот у ребе, что такое учение хасидизма. Учение хасидизма, ответил ему ребе, заключается в том, что мозг должен объяснить сердцу, что оно должно желать, и сердце должно воплотить в жизни то, что постигает мозг. Как же достичь этого, снова спросил профессор, ведь мозг и сердце – это два мира, между которыми пропасть. Действительно, ответил ему ребе, в этом и состоит работа человека – установить мост между этими различными частями мира, или, по крайней мере, натянуть между ними телефонные провода, чтобы свет мозга смог достичь сердца и осветить его. С Божьей помощью! Хорошего дня, друзья, и до новых встреч! Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.